Всем здравствуйте! 64-летний музыкант Николай Носков готовится стать дедушкой в третий раз. Радостную новость о беременности дочери он сообщил поклонникам в личном микроблоге. Стоит отметить, что наследница уже подарила артисту двух внучек 5 и 3 лет. Все свободное время музыкант старается уделять общению с семьей. Также Носков поделился с поклонниками тем, что рождение у его дочери ребенка станет одним из самых счастливых событий за последнее время. Ведь в 2020 году артист преодолел немало испытаний. Артист отметил, что его очень печалит новости о том, что его коллеги и близкие друзья уходят из этой жизни. К примеру, на прошлой неделе не стало известной советской актрисы Нины Ивановой, которую очень любил и уважал Николай Носков. Напомним, что сейчас артист проходит курс реабилитации после инсульта, который он перенес 3 года назад. Он регулярно делится с поклонниками своими успехами, достигаемыми благодаря занятиям с врачом. При этом Носкова огорчает то, что их встречи пришлось сократить из-за коронавируса, ведь иначе он был пошел на поправку гораздо быстрее. Однако, несмотря на это, артист продолжает заниматься творческой деятельностью. Уже 9 декабря он планирует порадовать поклонников онлайн-выступлением. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.